Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в всадники Улуха. 16-й день, забираем 30 рун. Так, ну и что же нам принес беззубик? 6 миллионов рыбы. Понятно. Такое себе удовольствие получать такую награду. Так, ладно, этого отправляем. Давай сюда. Только не надо, пожалуйста, вылетать, а? Просто дай мне получить мое железо и все. Угу, спасибо. Так, древоруб тут что-то у нас загрустил, так же как и костолом. Так, давай-ка мы, наверное, сразу же наших драконов прощупаем, да? Что они нам принесли там? О, трясочку добыл. Так, а этот что мне даст? Этот дает мне какие-то руны. Так, эти мне приносят древесинку. Так, за рыбой лети. А этот-то почему у меня стоит? Стоит и ничегошеньки вообще не делает. Так, мелкий крылатый страж получил уровень. Ладно, давай его отправим, пускай идет тренируется. Так, опять у нас какие-то необоснованные разрывы связи происходят. Ух ты, смотри-ка, что мы тут получили. Я не знаю, ребят, какой-то новый предмет. Такого я еще не видел. Так, ну что у нас тут? Сладкоед. Пускай идет, тренируется сладкоед. Тыквеброн тоже, наверное, пойдет у меня тренироваться. Хвостояр. Пускай тоже летит тогда. До кучи. Так, этого за рыбой. А этот еще у нас не вернулся, прикинь. Долго же он собирает ресурсы. Так, давай, ожидание бесплатно. Все, ожидание идет бесплатно. Так, здесь у нас 38 миллионов древесины. Ну, слушай, ну неплохо для него, ребята. Я считаю, что это норм. Столько приносить. Крылатый страж. Лети. Крылатый страж полетел. Так, я же вроде тебя отправлял уже за древесиной. А, ну я понял, ребят. Игра когда вылетела, видимо, немножко откат назад произошел, да? Так, здесь 53 миллиона рыбы, здесь 17 миллионов рыбы. Ну, конечно, это мало. Это, ребята, сущие копейки для нас. Так, поручите 7 драконам добывать рыбу. Так, 23 миллиона рыбы. 23 миллиона рыбы. Ну а ты чё? Иди добывай. Сидит тут, прохлаждается. Так, тебя бы, конечно, парень, надо отправить опять же за железом. Это однозначно. Так, беззубик в ожидании. Беззубик ждет, когда я ему дам команду, да? Угу. Что у нас тут? А по итогу что нам выпадет? Яйцо или руна? Угу. Все-таки дали руну. 4 штуки, конечно, это мало, ребят. Это очень мало. Так, пускай летит в драконий край. Здесь у нас 3 шестереночки. Пускай летит за посохом. Кривоклык, у тебя там что? Яйцо. Ну а по итогу, конечно же, нам выпадет тусклый янтарь. Угу. 105 штук. Вот это вот зависание меня уже, ребят, напрягает. Сейчас опять будет потеряна связь. Или слишком долго будет, но все-таки прогрузится. Так, ну что, забрали мы 105 наших тусклых янтарей. Так, отправили. Даже не сомневался ни на граммулечку, что он даст мне тусклый янтарь. Иди давай на подкуп. Так, ну что, здесь вроде бы все. Давай глянем тогда загадочный бесплатный пак. Шторморез, громобой, кошмарный пастиголов. Так, ну сразу тогда рекламный еще.
Так, ну что, монетки Одина и плюс Шторморез, Громль, Лаварык. Вот так вот скромненько они меня поблагодарили. Так, давай-ка здесь, наверное, заберем наш тусклый, точнее, блестящий янтарь. Конечно же, какой тусклый. Ну да, ребята, были до загрузки, поэтому придется и здесь ждать. Очень интересно получается, я не могу, ребята, там забрать свои награды, понимаешь? И не идет загрузка, и все. Что происходит с игрой, я не знаю. Так, ну что, забрали мы здесь. Так. Найти тыкву. Где она? Вон она. Я же вижу ее, что вы мне? Или вот это вот? Что-то, подожди, я не могу понять. Слушай, это не те тыквы-то. А где я тогда? Я не могу найти. Это, видимо, просто тыквы, которые стоят, ну, освещают город. Но я не вижу нужную мне тыкву, прикинь. Странно. Найти еще. Куда-то показывают в никуда. Так, да надо же, пошла загрузка. Так, ну что, откроем наш редкий пак. Шторморез, Крылатый ужас, Костолом, Древоруб, Ужасное чудовище, Водорез, Барс и Вепрь. О как. Начать открытие, понятное дело. Так, ребят. Ну что, да, как ты видишь, у меня надолго вылетела игра. Я не мог, наверное, ну, минут 40 зайти. Минут 40, представляешь, я не мог войти в игру. Так, ну что же нам тогда сделать? Здесь вроде бы все проверено. Все у нас на мази, так сказать. Я вот не знаю, что мне вот стоит здесь тратить или нет, а? В сезонном абонементе, вот для того, чтобы... Подожди, чтобы взять вот награды. 150, давай потратим. Давай потратим. Получим с тобой монета Одина. Соответственно, здесь... Шепот смерти, кревет, шторморез и чуточку, совсем чуточку ресурсов. Блин, 150 тратить, не тратить, а? Потрачу, ребят. Бог с ним, потратим. Руны мы с тобой всегда успеем набить. Ужасающий як, блин, прикольная штука, ребят. Так, ну что, 6210, как ты видишь, у нас конфет. Нам нужно 8800. Опа. Ну нет, только не это. Блин, я думал, что мы с тобой получим награду. А видишь, получилось, что не хватило нам чуть-чуть. Ну что, друзья мои, парящий сюрприз. Давай-ка глянем, сколько здесь у нас. Сколько там награды в конце, я не понял. Ну-ка, подожди ты. 200 рун. Блин, ребята, событие такое долгое, долгоиграющее, я бы сказал бы. Блин, главное, чтобы во время боев не вылетало. Так, две волны. Начну, пожалуй, наверное, с этого, да? Дебаф. Минус один. Так, ну что ты? Что ты сделаешь, а? Понятно. Он у нас на барсика бычит. Они все любят, кстати, на барсика бычить. Так, а здесь уже их трое. Опять это ужасное чудовище здесь стоит, а? Ты посмотри. Притулился. Понравилось ему здесь, а? Так, раз, два, три. Они сейчас втроем будут ходить. Опа-на. Злобный змеевик себя усилил. Ребята, это нам не выгодно. Это нам не выгодно. Давай попробуем так и пробить. Не вышло. Ну, 251 урон, это ерунда, ребят. 227 тоже. Ничего страшного здесь не произошло. В общем, ребята, первый раунд мы выиграли. Ну что, крутанем колесо и заберем. Рыба все-таки, я думал, плод мудрости. Нет, рыба. Так, 600 тусклого янтаря забираем. Раз, два.
три, четыре. Короче, 1500 тусклого янтаря будет забрано нами сегодня. И, по-моему, здесь события все-таки на две заходки у нас получается. Так, опять две волны. Ну, начнем, конечно же, с шепота. Тут даже думать нечего. Так, громобой подключается. Но он слабенький. Он слабенький по атаке, но сильные ребята по защите. Вот я сейчас добалуюсь вот такими вот действиями своими. Зачем это я начал усилять, а? Скажи мне. Давай хиляться срочно. Так, хиляемся. И что у нас дальше? Дальше будет добивка. Так, вторая волна. Да ёк-макарёк, что ты будешь делать? Ну они хотя бы здесь, ребята, шустрики. Шустрики — это хорошо. Шустрых мы любим, как говорится, уничтожать. Так, ну что ты тут стоишь? Ага, сделал мне дебаф, ребята, на понижение атаки, как мы видим. До свидания. Да ладно, прилив сил, что ли, точно? Вот это хорошо. Прилив сил нам никогда не помешает. Ну что же, очередной поединок, ребята, прогресс 12% пока по прохождению. Один? Три волны, что ли, будет у нас? Не две. А что это такая за расслабляющая битва? Наверное, в следующем поединке будет три. Скорее всего, так. Угу. Два ужасных чудовища плюс Хоферсон, да? Ну, я начну, наверное, все-таки с чудовища. Хотя выгоднее мне бомбить Хоферсона, потому что он, ребята, шустрый и... как раз под нас, под нашу раздачу он попадает. То есть у него слабость против нас. Видишь, поэтому он, ребята, и бомбит. Хиляемся. Вообще, у меня кривоклык бедный задебафен, смотри, и пониженная атака, и пониженная защита. Ё-моё. А это все за свое, он все равно будет бомбить его. Да? Нет. Он переключился на... на моего барсика. Так, неужели опять? Ну, гаденыш мелкий, а? Ну ты доиграющий сейчас у меня, а? Вот так вот. Давай что-нибудь путевое, пожалуйста, ну. Блин, лучше бы плод мудрости мне выпал, если честно. Ну и забираем мы загадочный пак. Сейчас раз поединок и два поединок, да? И после второго поединка мы забираем как раз вот эти вот 1500 тусклого янтаря. Ну, чтобы быть точнее, 1400. Так, опять у нас здесь один противник первым, а волн две. Обожаю, когда мало волн и мало противников. А ну-ка, поехали. Раз, сразу же дебаф и добивка. Блин. Как они успевают два раза заход сходить? Я не понимаю, ребят. Так, ну этого, конечно, надо в первую очередь валить. Скалотряса. Скалотряс, яйцетряс. По-другому не называть. Он сейчас начнет пережевывать. И кого? Правильно, он идет туда, где, ребята, меньше всего хп. И еще к тому же дебаф висит. Вот жучера, а, хитрый. Оу. Добьют сейчас, скорее всего, ребят. Да, так и вышло. Ну что же, нам придется отомстить за нашего штормореза. Ты посмотри, еще один дебаф повесил. Но мне кажется, мы здесь выиграем все равно, ребята. Он один остался. Нас, как ни крути, двое. Тем более, я еще слепоту повесить умудрился. Поэтому этот птенчик уже, как говорится, полностью наш. И никуда он отсюда из наших ручонок не убежит. Нам просто его надо добить как следует. Вот так вот.
Ну что, будем надеяться, что-нибудь путевое выпадет. Угу, путевое. Древесину получи. Как говорится, вот тебе все путевое. Ладно, не будем о грустном, ребята. 25%, слушай, наверное, все-таки на 3 заходки. Если мы только 25% выполнили, это четверть. Да, скорее всего, нам надо будет еще 2 раза здесь появиться, чтобы пройти это событие. Опять я неправильно сделал, мне выгоднее было этого бомбить, потому что у нас классовое преимущество перед ним. Но я легких путей не ищу, да, ребят? Зачем нам легкие пути искать? Уже бы давным-давно бы его зафигачили бы. Ох, ё-моё. Вот это фокусы. Да еще и не добили. Еще и не добили этого супостата, а ты посмотри. Угу. Значит так, Хоферсон, Громоль и Шторморез. Сейчас попробуем Хоферсона в первую очередь как-то шваркнуть. Не добили опять, ё-моё, да что ж ты будешь делать-то? Сейчас Барсика уничтожат мне. Хм, не стали. Ладно, сделаем так. Кривоклык, сможешь его добить? Да нифига ты не можешь. Пока, Барсик. Это, ребята, редко бывает. Очень редко. Когда противник промахивается. Когда у тебя мало здоровья, он промахивается. Ну что же, это и... как говорится, окончательный приговор для вражеского штормореза. Мы его уничтожаем. Очередное колесо крутим. Забираем древесину 75 миллионов. Забираем наш тусклый янтарь. 1400 штук. И получается раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Да, ребят, еще 2 раза надо будет сюда зайти, чтобы победить. Чтобы пройти это событие. Так, ну что, Шторморез, Шепот смерти, Острокрылый Змеевик. Так, мы накопили 69 монет Удина. Что нам нужно сделать? Нам, наверное, нужно будет купить древесину или рыбу. Рыбу, наверное, все-таки. Так, ну что, Барсик? Ой, Барсик. Беззубик. Отправляйся туда вот на поиски вот этой штуки. Так, погоди. Опа, награду получаем. Получаем мы награду. И это у нас пак. Необычный. Так, рыба, древесина, рыба, древесина и крылатый ужас. Сколько у нас крылатых ужасов? 3 штуки, ребята. Так, погоди-ка, 3 штуки крылатых ужасов. Тут еще рыбу надо... Блин, рыбу я не могу сейчас забрать. Крылатых ужасов 3 штуки. Он у нас... Подожди. Что-то показывает мне непонятно чего. Копирует неуловимый, обычный. А, блин, я не то взял. Правильно, я думаю, что... Чё не так-то? Терещи этого крылатого ужаса, блин. Ну, он, по-моему, ребята, редкий, по-моему, да? Спасено, спасено. Так. Хм. Что, получается эксклюзивный, что ли?
Нет, значит, тогда получается, что он... Вот он, ребята, вот он. Раз, два, три. Эх, вознести, конечно, вознести, ребят. 150. Итого у нас 242. А нужно там сколько для того, чтобы вознесение сделать? 2,5, по-моему, да? Да, ребята, 2,5. Чуть-чуть буквально мне не хватает. Вознесите 3 драконов. Ну что же, вознес. Так, теперь по поводу отправить на задание. 750 миллионов рыбы. Или же нам, знаешь, что можно сделать? Прокачать уровень. Прокачать уровень. Так, вернись. И лети опять. Кто-то у нас хотел, я же помню, что кто-то у нас здесь. Ага, вот. Так, лети, парень, тренируйся. Ты его пока подменишь. Так, тут 112, тут 85. А кто-то еще же, я помню. Там оставалось совсем чуть-чуть. Так, этот у нас не хочет. Блин, да кто же я? Вспомнить бы. Может быть, этого качнуть, а? Блин, расширьте академию. Ну, конечно же, расширьте академию. Так всегда, ребят. На самом, блин, интересном месте. Это не то. Вот хоть убей, я не помню, ребят, но знаю точно, что кто-то был тоже в пределах. Так, Буйволорд, кстати, тоже, наверное, бы мог прокачаться в ближайшее, так сказать, время. А здесь у меня практически все, кроме Барса и Вепря, прокачаны. Ладно, шепота будем потихонечку прокачивать. Так, ребят, ну что? А, подожди-ка, забрать. А тут мало, но мне на уровне должно добиться, да? Чуть-чуть не хватает. Ну что, друзья, я думаю, что, наверное, на сегодня мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.